Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон. И в эти новогодние праздники у меня для вас припасена еще одна чудесная игра. Это еще одно чудесное дополнение для Train Simulator 2015 под названием «Игра гномов». Такая небольшая отсылочка к «Игре престолов». Итак, этот сценарий будет немножечко побольше, чем предыдущий. Он будет состоять из целых 6 частей. Хотя, судя по длительности, он даже вроде как и короче, чем предыдущий. Ну, не знаю, посмотрим. Судя по скриншотам, это будет просто волшебная зимняя прогулка. Ну что ж, дорогие друзья, и первая часть сценария называется, собственно, «Игра гномов». Эти мерзкие гномы решили завладеть детскими подарками и украсть их. Черт возьми, давайте-ка с этим разбираться, дорогие друзья. Поехали. Ах вы хитрецы, украли все подарки. Что же мы будем делать, дорогие друзья? Гномы украли все подарки и унесли их за стену. Скорее за ними. Итак, давайте-ка отправляться. Тяга у нас уже выставлена, поэтому просто переводим поезд в боевой режим. И как же гудок? Ой. Какой-то он немного необычный. А какой у нас волшебный поезд? Боже мой, вы только гляньте. Просто шикарный новогодний поезд. Интересно, камера пассажира здесь есть? Нет, к сожалению, нету. Но мы можем из кабины машиниста высунуться. Так-с, давайте-ка мы... Ух ты, я могу прямо спереди с камерой посмотреть. Отлично. Вот они, гномы. Ух ты, это довольно-таки резкий и крутой холм. Сбавь-ка скорость. Хорошо, давайте-ка сбавим скорость. Но, в принципе, я и так не сильно разогнался-то на самом деле. Так-с, и мы едем прямо. Я думаю, мне пока что ничего переводить не нужно. Фу, чуть было не сошли с рельс. Если бы здесь был поворот, мы бы точно сорвались. Фух, ну да, действительно. Так, давайте-ка снова наберет скорость. Насколько я знаю, по предыдущему DLC нужно где-то держаться в районе около 45. Смотри, гном на мосту впереди, скорее за ним. Как шикарно-то все. И что же мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Я же... Ах ты хитрец! Что это было? Он исчез? Куда он делся? Не знаю, давайте-ка прибавим чуть-чуть скорости. Примерно так уж, где-то, ну вот так вот, да, разгонимся до 40, какая красота, слушайте. Аккуратней двигайся по спирали, следи за знаками. Хорошо, 20 говорите? Ладно, хорошо, давайте сбавим скорость. Вот так вот где-то и вперед. В принципе, поворот не слишком крутой, но все же нам не помешает осторожность. Красиво как, слушайте. Обалдеть. Красота. Просто красота. Это мы где-то на заднем дворе находимся. Обалденно. Так, нам бы надо прибавить скорости, потому что этак мы наверх не заберемся. Никак вообще. Тягу на 100. И вперед. Надо осмотреться получше. Очень уж здесь красиво. Ух ты. Да это же иглу. Какой забавный домик. Какие тут домики, обалдеть. Гном впереди на платформе. О, не потеряй его. Хорошо, не потеряй его. Тут ограничения у нас, нам нужно... Нужно быть осторожным. Так. Ах ты хитрец, он опять исчез. О, черт, он опять исчез. Но я заметил еще одного. Возле вон тех камней, скорее за ним. Так, скорее за ним, действительно. Так, тут у нас поворот, в общем...
Где-то так. Этот поезд не слишком резвый. Локомотив из предыдущего дополнения был намного быстрее, намного шустрее. О, смотрите, ёлки-палки. Как колеса крутятся. Чертов гном. Я доберусь до тебя. Опять исчез. Он тоже исчез. Мы его когда-нибудь поймаем? Не знаю, не знаю. Так, здесь нужно быть осторожным, потому что мы спускаемся. Воу, притормози, поворот в конце холма. Да, точно. Точно, 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 точно. Притормозить нужно. Отлично, вот так, вот так. Здесь у нас 20. Так, 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 так. Вот, отлично, отлично. Вот. Вполне себе приемлемая скорость. Еще один гном. Опять исчез, да что ж такое-то? Теперь они собрались все вместе и дразнят нас. Ну, давайте-ка попробуем, может быть, там мы их застанем врасплох. Хотя вряд ли, вон они смотрят. Ждут. Нет, они знают, что я еду. Прекрасно знают. Давайте-ка чуть-чуть прибавим. Как бы мне до них добраться? Тебе нужно намного больше мощности, чтобы забраться на этот холм. Так, понятно. Давайте-ка тогда на соточку. На соточку. Главное, чтобы на повороте это меня не срезало. А вот теперь можно уже... Вот теперь можно уже набирать мощь. Да, какой шикарный паровоз у нас. Просто отличный. Обалденский. Так, забираемся. Забираемся наверх. Ух ты, перильцы. Как тут все шикарно сделано. Вот бы во дворе такую сделать. Это было бы просто обалденно. Ху-ху, у нас получилось. Но теперь мы вернулись к тому, с чего начали. Эх, похоже, нам никогда их не поймать. Хотя, погоди-ка, у меня есть идея. Так, притормозим. Сценарий завершен. Интересно, что же это за идея? Давайте-ка узнаем в следующей части сценария. Итак, следующая часть у нас называется состав. Итак, соберите все вагоны, чтобы ваши друзья смогли помочь вам выследить подарки за стеной. Ну что же, вперед. Итак, игрушки вызвались помочь нам найти все подарки, но, к сожалению, они не смогут поместиться в наши маленькие вагончики. Придется отцепить их и найти что-нибудь поудобнее. Хорошо. Итак, нажмите на мигающий значок сцепки, затем отцепите вагоны. Ага, хорошо. Итак, мы должны, видимо... Отцепить вот этот последний, что ли? Так, хорошо, отлично. Теперь нам нужно найти вагоны, с помощью которых мы сможем найти подарки. Ну, естественно, помогут нам в этом наши друзья-игрушки. Итак, отправляемся. Без вагончиков мы будем двигаться намного быстрее, но главное нам не разгоняться. Лучше притормозить, потому что мы едем с горочки. Какие шикарные тут местечки, а? Как красиво все-таки. Просто, просто шикарно. Так, вот, мы едем как раз сейчас туда, где были эти гномы. Хитрые гномы, но теперь их уже нету. Когда же мы с ними встретимся? Наверное, в конце. Так, давайте-ка прибавим. Прибавим скорости, хотя у какой поворот, вы гляньте. И вновь вниз. Снежки? Похоже, это гномы. Кажется, они поняли, что мы что-то замышляем. Так, давайте-ка ускоримся. Странно, что с горки так медленно едет. Они кидаются у нас снежками, вы гляньте. Так, давайте-ка ускоримся, а то мало ли что. Попадут еще. Нужно двигаться, нужно двигаться. Ой, ой, снежки летят со всех сторон. Так, скорей, скорей, скорей. Вот где-то вот так вот оставим мощность. Поворот. Ничего, нормально. Я думаю, нормально. Я думаю, этот состав ведет себя так же, как и все остальные. Они прямо перед нами. Хорошо. Так, вот. Вот эти вагоны. Прекрасно. Давай-ка остановимся и подцепим их. Хорошо. Давайте-ка
Вот так вот. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Чуть-чуть прибавим. А теперь можно останавливаться. Так, хорошо. А, переключим пути. Вот так вот. Сдадим назад. И прицепим эти вагончики. Вот так вот, вот так вот. Так, медленно. А, достигните. Ага, ну понятно. И потом сцепите вагоны. Ага. Хотя вроде как у меня было... Ой, есть! Ха-ха, мы подцепились. Да, у меня автоматическая сцепка включена. Мы подцепились, теперь отправляемся. Поехали. Теперь надо найти игрушек. Они сядут к нам на новые наши прекрасные платформочки. Ой! Ой! Ой, ёлки-палки, что происходит? Что происходит? Нас обстреливают! Вот это да! Похоже, нас обстреливают, с ума сойти. Так, ускоримся. Ускоримся! С ума сойти. Ой, ой, вот это да. Вот это да, вот это да. Нас обстреливают. Быстрей, скорей. Вон, снежки летают повсюду. Какой кошмар. Так, здесь нужно не спешить, не спешить. Вот так будет вполне нормально. Хотя, почему? Здесь же мост впереди. Давайте-ка ускоримся, все в порядке. Все в порядке. Это вниз нужно ехать медленно. А здесь можно и ускориться. Вот так вот. Как у нас там сзади? Все отлично, все прекрасно. Едем. Так. Сильно не разгоняемся. Вот так. Вполне нормально. Отлично. Притормозить, притормозить. Хотя нет, впереди у нас подъем, так что все нормально. Давайте-ка. Давайте-ка ускоримся. Вот так. Просто прекрасно. Так, здесь нам вновь указывают притормозить. Странно, почему? Что же там впереди такое, что нам нужно притормозить? Ага, вот и наши игрушки. Так. Отличная работа! Отличная работа! Игрушкам очень понравились твои новые вагончики. А теперь давай-ка отправимся наконец-то на поиски подарков. Сценарий пройден. Итак, следующая часть нашего чудесного новогоднего сценария называется «Схватка игрушек». Отвезите игрушки в разные части сада, чтобы они смогли выследить подарки. Гномы спрятали подарки по всему саду. Оставьте игрушки в размеченных зонах, чтобы они смогли найти их. Игрушки разместились на вагончиках. Итак, наш план — развести их по всему саду, чтобы они смогли разыскать спрятанные подарки. Медвежонок вызвался идти первым, так что давай-ка поторопимся, пока он не начал возмущаться. Итак, отправляемся. Нельзя заставлять медвежонка ждать. Так, вперед. Отлично. Правда, мне немножко не очень нравится здесь гудок, но он такой более игрушечный. У того состава был такой мощный, более взрослый гудочек. Если так можно сказать вообще. Остановитесь в следующей размеченной зоне, чтобы высадить медвежонка. Хорошо. Так, притормаживаем. Ой, ой, мамочки мои. Стой. Эх, ёлки-палки. Но медвежонок всё-таки в зоне. Так, ага, можно его... А, ну да, всё, отлично. Отцепляем его прямо здесь. Так, медвежонок. Есть? Готово. Кажется, он учуял гномов поблизости, и поэтому немедленно отправляется обыскивать эту зону. Динозаврик считает, что нам стоит проверить в сарае. Давай-ка отвезем его туда.
Ну что же, давайте-ка теперь динозаврика отвезем. Отлично. Отправляемся. Давай, 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 ускоряемся. Вот так вот. Прекрасно. Наш чудесный, красивый новогодний поезд. В поисках подарков. Шикарный сценарий, конечно, здесь сделан. Мне очень нравится. Так, здесь нам нужно немножечко притормозить. Хотя... эти знаки скорее для того, кто едет... в противоположную сторону. Я-то как раз еду туда, где все нормально и нужна тяга. Нужно побольше скорости, иначе я не заберусь наверх. Итак, вот она, следующая наша размеченная зона. Еще одна там внизу. Сейчас с помощью наших чудесных помощников мы найдем все игрушки. Как красиво, слушайте, просто, просто прекрасно. Огоньки горят, все светится. Тормозим, 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 тормозим. Ох ты, елки-палки, как же быстро я движусь. Давай, 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 есть. Вроде динозаврик в нужной зоне оказался. Нет, придется сдать назад. Придется немножечко сдать назад. Так, в принципе, всего этого вполне будет достаточно, я думаю. Давайте-ка отцепим динозаврика. Это отличный наблюдательный пункт. Отсюда динозаврику виден весь сад. Сканеры роботов уловили сигналы, исходящие от подарков в противоположной части сада. Давай-ка проверим. Ну что же, кажется, это неплохая наводка. Давайте-ка отправляться. Роботы знают свое дело. Они-то уж точно должны что-то обнаружить. Итак, где наша следующая точка высадки? Так, притормозим чуть-чуть. Здесь у нас горочка, поэтому поезд будет разгоняться, но нам нельзя слишком сильно разгоняться. Отлично. Вот так, я думаю, самое оно. Так, тихо-тихо-тихо, не спешим, не спешим, не спешим. Не спешим. Вот так вот. С горочки спускаемся. Так, ну вот, здесь уже можно ускориться. Очень странно, вот иногда он на горочках как-то замедляется. Не понимаю, почему, хотя все время должно быть ускорение, по идее. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Аккуратнее, аккуратнее, уже 30. 30 это слишком много, вернее, это не слишком много, но это крайнее. Так, все, 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 все. Все, останавливаемся, останавливаемся, останавливаемся. Так, нет, надо чуть-чуть, чуть-чуть еще. Вот, теперь можно останавливаться, точно. Все, прекрасно. Отцепляем роботов. Роботы начали считывать данные в этой зоне. Давай оставим их тут. Дозорный солдатиков заметил что-то в области пруда. Давай-ка скорее туда. Ну что же, давайте-ка отправляться. Уж солдатикам я точно доверяю. Хотя, кто знает, возможно, нашим героем сегодня станет медвежонок Тедди. Как и в предыдущем сценарии. Надеюсь, солдатиков после предыдущего сценария хорошенько наказали. И они теперь стали хорошими. Больше не воруют печеньки с молоком. Хотя нет, тогда они молоко не воровали, но печеньки забрали, хотя они им не предназначались. Никак вообще. Так. Ой, прям во тьме движусь, так красиво. Обалденно, обалденно. Смотрится просто шикарно все. Очень красиво. Молодцы вообще. Такие чудесные дополнения делают на Новый год. Просто прекрасно. Я после этих дополнений реально пошел игру купил. Оригинальную. Мне потому что дико это понравилось. Думаю,
Как же оно будет все-таки? Может быть, там такие интересные поезда, такие интересные маршруты, что меня увлечет? Увлекут и обычные поезда? Ну, посмотрим. Пока что прохожу обучение. Там что-то очень долгие обучения. Так, такие сложные системы управления поездами. Здесь все-таки более аркадная, игрушечная. Итак, отцепляем солдатиков. Отлично. Солдатики доставлены, и пруд будет тщательно обыскан на предмет гномьей активности. Давай-ка вернемся во внутренний дворик и подождем немного. Ну что же, давайте-ка отправляться. Игрушки должны сделать свое дело. Сценарий пройден. Итак, следующий. Четвертая часть нашего сценария называется «Снежный шторм». Кажется, пора. Давай-ка посмотрим, смогли ли наши друзья что-нибудь отыскать. Но будь осторожен, не попади под настоящую бурю, устроенную гномами. Итак, отправляемся. Надеюсь, нашим друзьям повезло. Вперед. И вновь эти гномы нам мешают. Где же они засели? Сколько снежков летит? Просто ужас. Да, это настоящий снежный шторм, дорогие друзья. И он ждет нас прямо впереди. Давайте-ка ускоримся где-то до 30 километров в час. И... все. Все, не спешим. Мишка! Мишка. Тормозим. Нам нужно будет его посадить. Посадить, а я проезжаю мимо. Итак, Мишка нашел первый подарок. Его нюх не лгал. Ну, конечно, естественно. А, нам не нужно притормаживать, чтобы забирать подарки. Ну что же, хорошо. Кстати говоря, этот сценарий намного легче предыдущего сценария, который выходил в прошлом году, в общем. Там все-таки было посложнее. Нужно останавливаться было в нужных местах, чтобы все было точно. Здесь же все-таки немного попроще все это дело. Нам нигде точно не нужно, ну, кроме вот маркеров. И даже если остановишься не там, то все равно, в принципе, можно подъехать назад и остановиться. В общем, это прекрасное изменение. И, в общем, шикарно же сделано. Огромная благодарность разработчикам. Это просто прекрасно. Ну и, собственно, это работает. Один покупатель у них точно прибавился в лице меня. Так, а вот и динозавр. У него тоже получилось. Динозаврик с легкостью нашел подарок. Осталось всего два. Давай скорее отправляться к роботам и солдатикам. Отлично, осталось всего два подарка. Посмотрим, повезло ли солдатикам и роботам. Следующих надо проверить роботов. Уж в них-то я не сомневаюсь. Их чудесные сенсоры должны все были заметить. Так, здесь нужно притормозить. Осторожно, аккуратно. Сойти нам с рельс никак нельзя. Это уж точно. Так. Вот так. Скорость зафиксировали примерно. Прекрасно. Здесь можно чуть-чуть даже ускориться. Вот так вот. Отлично. Фиксируем скорость. Чудесно. О, отметка. Два подарка уже есть. Прекрасно. Так, а вот и наши роботы. И у них тоже все получилось. Вычислительные алгоритмы роботов не подвели, даже несмотря на то, что они оказались в самом холодном месте нашего двора. Надеюсь, что солдатикам повезло не меньше, чем другим. Да, я надеюсь, что у солдатиков тоже все прошло успешно. Сколько же повсюду снежков летит, вы только гляньте. Нельзя останавливаться, нужно спешить. Три подарка уже есть, остался последний. Хитрые гномы, ничего. Все подарки вернутся прямо под елочку. Ой-о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 й, дорогие друзья. Я ускорился слишком. Я совсем заговорился и забыл. Как жаль. Как жаль. Ахахахахахаха. Ну что же, придется нам перепройти.
Итак, я вновь здесь, и мы отправляемся наконец-то за последним подарком. Как же жалко, что я сошел тогда с рельс, мой прекрасный поезд. Отвлекся, заговорился, был под впечатлением и не обратил внимания, к сожалению, на скорость. Но ничего, теперь-то я во всеоружии и готов к любому повороту. Итак, вот он, тот самый поворот. Здесь горочка, и нужно как раз-таки притормозить. Очень уж крутой поворот у нас здесь вышел, дорогие друзья. Но прекрасно, на этой скорости мы спокойненько проходим. 20 — это самая безопасная скорость. Хотя в предыдущем сценарии я на 20 вообще ни на одном повороте не катался. Где-то примерно, если спускаться по серпантину, то там где-то можно было под 35 разгоняться, а на обычных поворотах под 45. Вот так вот, тот локомотивчик был постабильнее и как-то побольше, поувесистей, поэтому выдерживал такую вот скорость на поворотах. Так, здесь вот, в принципе, можно и на такой скорости. 30, это то, что нужно. Чуть-чуть падает, потому что мы едем наверх. Ну ничего, все в порядке. А вот и солдатики с нашим последним четвертым подарком. Просто чудесно. Солдатики успешно завершили свою миссию. Молодец, малыш Нед. Кстати говоря, малыш Нед — это наш чудесный, красивый новогодний локомотивчик. Итак, сценарий завершен. Чудесно. Следующий, предпоследний, если я не ошибаюсь. Предпоследний ведь? Где он у нас здесь? Да, предпоследний. Гонка быстрых и медленных. Итак, мы нашли все подарки, и теперь нужно скорее отправляться в дом, чтобы оставить их под елкой. Наш красавец, малыш Нед. Ох, просто красавец. Нельзя терять ни минуты. Скорее отвези подарки обратно за стену, пока гиганты не пробудились. Из-за морозной погоды все стрелки замерзли, и их нельзя перевести. Ты должен поспешить, но будь осторожен. Твой маршрут очень коварен. Гони изо всех сил и следи за поворотами. Итак, переключатели замерзли, поэтому нам нужно поспешить. Наш маршрут будет довольно долгим. Итак, вперед! Отлично, отправляемся, шикарно. Вот они, наши подарочки, они спешат прямо к детишкам. Нужно успеть. Ух ты, время, вы посмотрите. Это что же это? За 30 секунд я успею разве? Не знаю, я сейчас на полной скорости, но нельзя сходить с рельс. 19, 18. Как же я успею-то? Аккуратней. Аккуратней, сейчас такие у нас тут повороты. Нельзя сходить с рельс, быстрей. 6, 5, ага, вот, видно, здесь нам добавят новое время. Чекпоинт, отлично. Так, едем. Тихо, чуть-чуть помедленней. Вот так вот, где-то в районе 30. Следующее ограничение 30. Скорее, 10, 9. Добавим мощности. Итак, вот он. 5, 4, 3, 2, 1. Чекпоинт, ёлки-палки, ничего себе, вот это да. Так, помедленнее. Какие повороты, какие виражи, боже мой. Скорее, нельзя так ускоряться. Такс, мы едем вниз. Где-то вот такая скорость, в принципе, меня устроит. Я надеюсь, мы не сойдем с рельс. Очень на это надеюсь. Давай, тягу на полную и быстрее наверх по серпантину. Чекпоинт впереди, 10 секунд всего осталось. 9, 8, 7, но я успеваю, сейчас будет резкий поворот. Давай-ка тягу по полной, вот так, отлично. Давай, быстрее, 32 секунды, уже 30 секунд. Быстрее, прямо. Скорее, набирай скорость, малыш Нед. Набирай скорость. Подарки не ждут. 18, 17, 15 секунд. 15 секунд. Впереди нас ждет поворот. Давайте немножечко замедлимся, чтобы не сойти с рельс. Отлично. Чекпоинт. Прекрасно. Давайте-ка 42 секунды. Я думаю, время добавляется нам. Прибавляется. Не обнуляется, а добавляется еще с каждым чекпоинтом. Я очень на это надеюсь. Так, мы едем прямо, поэтому давайте-ка добавим скорости. Вот так вот.
И мы должны успеть. Прямо наверх. Прямо наверх. И прямо в том. Вон он, чекпоинт. 19 секунд. Прекрасно. Как я тогда чуть не опоздал. Одна секунда. На последней секунде тогда успел к чекпоинту. Вот это да. Вот это был момент, конечно. О, игрушки ждут на входе. Мы должны успеть. Отлично. Уже светает. Малыши гигантов скоро проснутся. Мы должны поспешить. Согласен, согласен. Сценарий пройден. Итак, остается самая последняя часть в этом сценарии под названием «Песня рождественского хора». Подарки для детей уже на месте, а значит, пора и тем плохим гномам почувствовать дух Рождества. А вот и они. Ну что ж, давайте и их порадуем. Гномы признались, что они украли подарки только потому, что чувствовали себя одинокими в это Рождество. Это меня очень огорчило. Давай-ка скорее подарим подарки и им. Ну что ж, давайте-ка заставим даже этих нехороших плохих гномов почувствовать дух Рождества. Итак, отправляемся. 3 подарка, по подарку каждому гному. И после этого они должны стать добрыми и больше никогда не воровать подарки. Ну, я их тоже в чем-то понимаю. Бедняк оставили здесь. Они не праздновали Рождество, а так хотели. Ну ничего, сейчас мы их утешим. Давайте-ка. Аккуратнее, аккуратнее. Вот так вот, скорость вполне нормальная. Движемся. Прямо к нашей финальной цели, дорогие друзья. Осталось оставить наши подарочки и осчастливить их. Давайте-ка побыстрее. Что это мы так медленно? Подарки нужно доставить скорее. Никто же не любит ждать подарков. Все хотят их тут же распаковать. Тихо-тихо-тихо. Не спешим, не спешим, не спешим, не спешим. Какой крутой поворот. Давай-давай-давай. Давай, малыш, нет, держись. Как он накренился. Отлично. Мы выдержали. И движемся вперед. О, игрушки здесь ждут. Ха-ха. Ну что же вы, ребята? Ребята просто следят за обстановочкой. Молодцы, молодцы, правильно. За этими гномами глаз да глаз. Пока что они еще не знают, что мы хотим им подарить такие чудесные подарки. Итак, останавливаемся и дарим подарочек первому гному. Отлично. Один есть. Так, следующий зелененький гном получает второй подарочек. Отлично, прекрасно. И третий гном, синенький, получает последний. Но, тем не менее, такой же прекрасный подарок. Ха-ха, с Рождеством вас, маленькие засранцы. Теперь-то вы больше никому не будете досаждать. Потому что тоже, я очень надеюсь, счастливы. С Рождеством! Сценарий пройден, дорогие друзья. Ну что же, это было прекрасно, очень мило и просто то, что нужно в эти чудесные праздники, дорогие друзья. Ну что же, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон и хороших вам праздников!